Здравия, друзья! Чудесного дня, гармонии, радости, счастья! Это наш утро, чудесный Дахаб. Мы встречаем рассветы, наполняемся любовью, гармонией, радостью, счастьем. И исцеляемся во благо, чтобы каждый из нас, духовное существо, мы соединяемся с собой в источнике, открываем сердце, наполняемся любовью и исцеляем все, что все ненужное, все, что накопилось, все негативные ситуации, боль, страх, бессознательность. И все, что есть у нас, все это мы исцеляем. Это помогает нам быть собой в соединении с источником. И меняется пространство, меняется состояние, меняется наше отношение к жизни. Это и есть то, что помогает нам по жизни, то, что ведет нас. Это чудесное исцеление в связи с источником. И, конечно же, консультации доступны онлайн, вы можете задать любой вопрос. Самое главное – это осознавайте, кто вы есть. Присутствуйте здесь и сейчас, в моменте, и будет таким образом происходить ваша трансформация. Трансформация сознания, трансформация ума и чудо жизни. Поэтому каждый из нас – это духовное существо. Когда вы это ощутите и будете об этом знать, поддерживать ваше состояние осознанности, духовности, то все будет происходить в вашей жизни самым чудесным образом. А если что-то выбивает вас из этого, то посмотрите на это, исцелите. Если нужна помощь, напишите мне. Вместе сделаем сессию и справимся с этим. Счастья вам, друзья, гармонии, чудесного дня. Благодарю.